Ритм электрогитары во Дворце спорта собирал гостей не на молодежную вечеринку. Сегодня, в этот зимний день, самые видные люди района, наши спортсмены, соединились вместе для участия в празднике «Видные зимние наши». В фойе царило оживление. Кто-то с удовольствием наблюдал за показательными боями. Кто-то предпочел присоединиться к веселой физзарядке. А можно было и поучаствовать в интерактивной викторине. У нас такой интерактив, суть которого заключается в том, что нужно назвать дату и место проведения Олимпиады. Либо летней, либо зимней. Затем нужно заколоть на карте вот это место проведения. Первым из городов, принимающих Олимпиаду, назвали Сочи. Затем вспомнили о московских играх 80-го года, а третью отметку поставили на Рио-де-Жанейро. Успехи этой Олимпиады пока у всех на устах. Отличился там наш земляк Евгений Рылов. Сотрудники центра «Дельфин» ездили поддержать своего воспитанника в Рио. Конечно, он когда видел нас на трибунах, видное, Рылов, ему как-то это его окрыляло, потому что психологически это очень сложно. Он самый маленький был, это очень сложно. Наверное, это сработало, а так бы золото взял. На праздник в Ленинский район приехал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Идея чествования спортсменов не нова, но Вячеслав Александрович считает, что пренебрегать ей нельзя. Это молодые ребята, которые пришли и сказали спасибо за победы, нацелили их на дальнейшие результаты, соотнесли это все с спортом страны, с олимпийскими играми, с великими спортсменами. Конечно, это очень правильный подход. Вот я себя представил сейчас мальчишкам, такие, которые сегодня вышли на парад. Не знаю, там их трусы до пола, но они уже понимают, что они причастны к чему-то такому большому, великому, интересному. Ребят, причастных к большому и великому, в этот день было немало. Среди них и четвероклассник Егор Гатаулин. Не раз ему приходилось отстаивать честь городского поселения Горки в футбольных соревнованиях. И о каждой победе он говорит с гордостью. Я помню один раз в совхозе имени Ленина мы заняли первое место. Мы играли с двумя командами «Носороги» и «Пираньи». Мы их всех выиграли. «Носорогов» со счетом 3-2, а «Пираньи» со счетом 2-1. Кстати, кроме футбола, Егор занимается и водным поло. Поэтому для него новость, которую сообщил глава района Олег Хромов, стала очень актуальной. В этом году мы закладываем еще одно большое спортивное сооружение, которое будем строить за счет муниципальных средств. Это плавательный бассейн с несколькими физкультурными залами, который расположится у нас в поселке Горки-Ленинские. И сейчас мы готовим все конкурсные процедуры. У меня на столе стоит этот проект, знаете, как напоминание тому, что мы обязательно должны в 2018 году его сдать. Было отмечено, что традицию проведения видных зимних наших уже можно считать настоящим профессиональным праздником спорта. Спорт, в общем, вошел в такую жизнь уже страны и мировую элиту, а праздника у нас нет. Поэтому спасибо Ленинскому району, что хотя бы в Ленинском районе профессиональный праздник спорта уже проводится третий год. Потому что огромное спасибо этому начинанию, хорошее начинание. Народу много, ребята все довольны, поэтому я думаю, что здорово. А какой праздник без яркого и красочного концерта? В этом году он мог соперничать с церемонией открытия настоящих Олимпийских игр. Это надо было видеть. Я, конечно, горжусь нашими спортсменами и тем, что мы там лучшие в мире, и там, но... Еще одна эмоция, которая может быть новая. Да? У нас на очень высоком уровне проводятся праздники. У нас царит атмосфера вот этого вот, этой режиссерской мысли, этой фантазии, этого полета. Да? И сегодня и земной шар, и маленькие детки, и вот стрит-дэнс, и все. Все это вот вместе сработало на человеческую, как сказать, единицу зрителей. Я думаю, таким образом, что все будут целый год вспоминать этот праздник и ждать следующего. В финале праздника прозвучала весть о том, что в следующем году нас ожидает обильный град из наград различного уровня. Так что в Ленинском районе атмосфера благоприятная. И самое время заняться спортом. Елена Бабина, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.